Привет, вы на канале Полин Пин. Да, я решила начать снимать неделю влогов сентябрьскую. Мама там сейчас говорит, Саша, что нужно сделать сегодня, успеть до обеда. А я, ну, сегодня суббота, если что вдруг кто не знал, то я теперь не учусь по субботам, поэтому я сейчас выходные. А я сейчас только встала в 10 утра. Пока! 10 утра, сейчас буду завтракать. В 2 мне нужно будет уже пообедать, поэтому надо сейчас быстренько позавтракать. И буду делать уроки. После этого мы поедем в город после обеда. И завтра будет... Ну, чего-чего поинтереснее. Вот. Возвращается моя любимая. Вот. Пока что буду готовить. Не знаю еще пока что. Надо посмотреть. Почему-то на солнце вообще ничего не видно. Странно. В общем, сейчас будем пробовать рецепты из ТикТока. Это, конечно, скорее больше подходит для обеда или для ужина. Ну, для ужина, я думаю. Но я захотела на завтрак. Короче, типа макароны заливаем... Ой, я забыла. Заливаем водой. Солим. И убираем микроволновку на 4 минуты. Я очень надеюсь, что у нас ничего не взорвется. Но вроде как все должно быть нормально. 2, 3, 4. Так. Убираем 4 минуты. Затем мы сливаем. Добавляем сыр натертый. Сыр кусочками. И еще 2 минуты. В общем, сейчас будем смотреть, что получится. Пока что натру сырок. Вообще, последние 3 дня я ела кашу с яблоком. И с корицей, с медом. Что-то такое. Но сегодня захотелось попробовать этот вот рецепт. В следующие дни я вам покажу рецепты того, что я уже успела пробовать. Вот каша тоже там с яблоком, да. Просто вот когда варится овсянка, мне это не очень нравится. Потому что она каждый раз разная и как бы, не знаю. Но когда я ее заливаю именно, то почему-то вкуснее получается. Не знаю. Сейчас у меня еще 40 секунд будет стоять в микроволновке. Ну, там еще 2 минуты, когда посыпаешь сыром, 2 минуты стоит. У меня уже вот 30 секунд. И буду пить я молочный лун-чай без сахара, потому что я... Думаю, потом вам расскажу, как будет время, но, короче, пока что просто чай без сахара буду. Я уже собралась. Мы уже пообедали. Что? Сейчас поедем за подарком. Ну, типа за подарком Марине.
И заедем еще в Эйченде. Зайдем, потому что мы едем в Риву. И в Риве есть Эйченде. Есть Эйченде. Мы туда зайдем, чтобы маме посмотреть водолазку какую-нибудь. И пойдем обратно домой. О, Господи, ты что пищишь? Ты что пищишь? Прекраснейшая погодка, показывает, что 20 градусов, светит солнце. И я увидела, что пришла посылка на почту, поэтому мы сейчас заедем сначала еще на почту. Сейчас же заедем, да? Сейчас заедем на почту. Пришла посылка с Джума. Я забыла вам еще сказать, не успела, забыла, что я сделала заказ еще один, тоже довольно большой, поэтому скоро будет распаковка. Пока что, вот если вы можете посмотреть, там пару вещей я вам покажу, что я заказала. Да, я очень люблю вас дразнить. Ну и когда придут все посылки, сразу сниму для вас новое видео. Поэтому я вместе с вами жду, когда придут эти все остальные посылочки. А первая посылка, кстати, на килограмм. Интересно, что там такое? Что, какие там вещи из тех, которые я сказала? Я узнаю, вы еще нет. Итак, мы дома, посылки какие-то. Это я заберу наверх, посмотрю, что там. И вот здесь, да, абам. Ой. Так вот. Море, здрасте. Насчет того, почему мне нельзя сладкое. У меня сзади на голове, вот здесь вот, прям вот внизу, где заканчиваются волосы, появилась какая-то корочка. Это какая-то... как это называется-то? Не помнишь, как это называется? Саня говорит, чупа-чупс. Аллергия... не аллергия... Короче, это возникает из-за того, что может быть стресс, просто из-за того, что там очень много типа сальных желез. Поэтому там корочка небольшая. В общем, заказали пару таблеток, там какой-то бальзам, да, что-то. Шампунь нужно будет использовать. Вот, у меня это сухость, шелушение кожи, раздражение, зуд. Да, это все мне подходит. Это вот мы заехали в аптеку, то что. А это подарки Арине. Так, пара сладостей. У меня еще в сумке один сникерс. Здесь. Просто Арина очень любит сникерсы. Я очень надеюсь, что она их не разлюбила. M&M's. Ну, большая пачечка. На всякий случай, если вдруг Маруся у нее захочет. Никто не знает, это Маруся. Кто не знает, Маруся это сестра младшая Арины. Так. Это кот. Большой. Мягкий. Она очень любит котов. И у нее есть кот Дым. Серый тоже. Только он у нее весь серый и темно-серый, а это светлый. Но зато его можно обнимать. Шопер вообще, да, сам. Мяу Пауэр. Ну, конечно же, черный, конечно же, с котиками. И там еще что-то, да? Да, это конфетки с котиком. Золотые. И здесь еще это пригласительные на Сашин день рождения. Это Саша будет его мальчиком там, это... приглашать мальчиков своих. Что ты делаешь? Что, упал, что ли? А это я купила фонтан. Вот как это называется. Сейчас ехала и думаю, как же это называется. Фонтан. Это мы когда завтра с Ариной. Мы все-таки договорились, что мы пойдем сначала в 12:30 приедем, пойдем погуляем, потом сядем в кафе. Я сейчас планирую забронировать нам столик. Ну, как бы, Арина вообще не хотела праздновать, как бы, она планировала просто со мной погулять, сходить в кафе и все. А я хочу забронировать столик прям, потому что в Бонвилле обычно у нас очень много народу, и попросить официанта, скорее всего, официантку, зажечь на десерте, который закажет Арина, этот сам фонтан. Ну, типа свечка, но не свечка, фонтан. Ну, вы, кажется, смотрите, я вижу. Ну, я буду снимать видео вообще. Поэтому вот, надеюсь, что им понравится. А я пошла пока что переодеваться. Переодеваться. Это вот так вот будет. Вот так. А, и да, H&M, то, что мы зашли еще, мама хотела. Купила себе мама 3 водолазки, по-моему, там. Купили Саше 2 пижамы, и Саше купили шапку с этим, где-то внизу там, да? Шапку с Снудом. Во. Снуды, по-моему, нет? Снуды. Снуды. Маме понравилось котик. Я тоже хочу такого котика. Тебе кто-то звонит, мне кажется. Мама.
Вот, это все быстренько, аккуратненько свожу в шопер. И планирую завтра, вон он. И планирую завтра еще заехать, чуть пораньше доехать в Рио и купить шарик какой-нибудь. Вот. И все. Итак, я сейчас, как вы поняли, распечатала открытку, которую я, ну, можно сказать, нарисовала сама. Она очень хорошего качества, между прочим, получилась. Я удивлена. И сейчас буду доделывать английский. Кто не понял, я делаю английский сейчас на планшете, потому что я планирую брать планшет, ну, уже... Беру планшет просто не вместо всех учебников, я просто пока что... Саша только что встал ногами на мою подушку, прям взял и прошелся по моей новой подушке. Нормальный вообще человек. Короче, я решила брать планшет вместо учебников в школу, потому что очень тяжело, у меня и так спина болит. И делаю сейчас английский до конца. Вот, я успела перевести текст, и осталось сделать только упражнение, и потом еще завтра останется только повторить то, что устно, и все. И уроки будут сделаны. Так темно на улице, уж какой. Саша набирает себе ванную. Я тоже планирую в душ сходить, потому что завтра все-таки хотела примыть волосы. Вот. Угу. И я собрала вроде как весь подарок. Нужно будет только еще купить шарик. Поэтому я поеду завтра в 10 утра на автобусе. 10 утра, да, поеду. Да, в 9:55 я поставила себе будильник выйти через 15 минут. Короче, я позавтракаю и поеду. Мне придется Арину ждать, это я приеду, получается, в 10:30. Да? Нет, я приеду где-то... Короче, полтора часа мне точно Арина придется ждать, потому что попозже автобуса нет. Есть только автобус, который впритык-впритык, и я не успею сходить за шариком. Делаю английский. Я все-таки решила спросить у Арины, когда она приедет. И она сказала, что она приедет как раз-таки, чуть попозже. А значит, я все-таки смогу поехать на автобусе, который в 11:40. И я как раз успею еще заехать в Олимп, зайти в Олимп и купить шарик. И она меня тут потом спрашивает, не знаешь, какой мне там, типа, Chicken House или Макдональдс, куда мы можем сходить. А я уже забронировала столик нам в Бонвилле. И попрошу вот как раз-таки то, что я уже рассказывала сегодня, вставить в десерт какой-нибудь, ну, или в еду, смотря что она закажет. Вот этот самый фонтан. А так как я не хотела ей ничего рассказывать, я написала, что ее главная задача приехать, типа. Больше ничего не могу сказать ей. Ну, там все спят еще. Время 8 часов. И я вчера забыла поставить камеру на зарядку, поэтому боюсь, что в ближайшее время мы с вами не увидимся. А именно пока буду завтракать, собираться. Но я знаю, что я за это время приготовлюсь завтрак. Я вам сейчас, думаю, все-таки рецепт завтрака, то, что я вот готовлю, расскажу. По поводу таблеток, которые надо выпить. Мне нужно выпить вот это вот фильтром. Две таблетки. Сейчас, прямо сейчас. За 30 минут до еды. 3 раза в день. Поэтому придется взять с собой. А затем нужно сейчас пшикнуть этим лосьоном, который я вчера еще пшикнул. Вот это вот. Город один. Да? Город один мне нужно вообще. Одну таблетку один раз в день. Но это я тогда выпью вечером, потому что я вчера выпила вечером. Всем доброе утро.
Саша сварила кашку, добавила туда тоже медик, орешки, корицу. Вкусно. Ну и уже как бы... О, уже без 10-9, надо быстрее кушать. Итак, красиво здесь. Как красиво на камере здесь. Как беленькая, редкая, красивая. Я уже все собралась, я выпрямила волосы, чуть-чуть макияж. Оделась, решила надеть свой этот школьный свитер, который длинный такой, и джинсы. Надеюсь, что дождика не будет, потому что полно там что-то капает. Если пойдет дождик, это будет очень плохо. Нам придется сразу пойти в кафе, но вообще я так и планировала. Потому что я бронировала на 1:30, а в час мы договорились 30. И надо не забыть, главное, еще взять все подарки. И через 15 минут уже, через 20 минут уже входить. Через 20? Да, через 20. А пока что я... Что я хотела пока что сделать? Подожду. Итак, я доехала на автобусе, я вся мокрая, просто я вспотела. И вот эта девушка, которая теперь идет со всеми этими вещами, с которыми шла я. У нее теперь есть две сумки, шарик и кот еще. Да, кстати, когда я ехала на автобусе, на меня, мне кажется, так смотрели, типа, что? Зачем тебе кот плюшевый? И сейчас мы пойдем уже сразу в кафе, потому что, во-первых, мне жарко, а во-вторых, потому что... Да, я для этого тебе купила. У меня акула, а у тебя будет котик. Знаешь, чтобы не улетел. Да. А, и сразу сейчас пойдем в кафе, потому что Арина куча вещей, думаю, мы там посидим. Итак, я буду спагетти с мякотью, куриным бедра, шампиньонами соусом из болгарского перца и коктейль Эликан. А ты что будешь? Я опять забыла. Я буду пасту нейри с креветками, сливочным соусом и мохито классический. Прекрасно. Да, ждем, когда к нам подойдут. И... Блин, штука, час. 13 минут. Час. У нас, если мы хотим в кино, то у нас еще 5 часов. Вот. Мы один раз погуляли с Марусей, мне кажется, 64. Нормально? Это, я, кстати, только сейчас поняла, что у нас одинаковые свежие почти. У меня такие, у тебя такие. Я очень долго покупала. Я покупала в каком-то ювелирном. It's my cocktail. Not alcoholic. Я это Арина Мохито. Я вообще оплачиваю там это нам билеты в кино. И вот моя паста, вот Арина паста. Необычный. Приятного аппетита. И заморожение. Заморожение от меня. Муравьи какие-то бегают. Здрасте. Мы заказали еще десерты. Ну, мне вообще сладкое нельзя, но так как у Арины день рождения, я заказала десерт еще. И Арин, вот, пожалуйста, бегай сколько хочешь. И Арина заказала себе еще круассан с шоколадом. И латте мы взяли еще. Ну, такое, это все здесь мы будем есть. Хотите за меня? Давай, я согласна. Боюсь, не налезть. А, не налезла, смотри. Ура! Где моя квартира? На, обратно. Ага, ты снимешь теперь. Ей! Ну да. У меня боюсь, такого нет. У меня есть только серебряные. Золотые, у меня есть только украшения, которые. А, не, у меня есть колечки, пару штучек серебряные. У меня есть кольца, получается, серебряные, две пары. Соус, да, на руки соус. А я раньше ела по 25 пельменей. Поэтому у меня желудочек немножко большой. Это не кстати, чисто ясно. Да? Вкусно пахнет? Вкусно пахнет, понюхай. Вкусно? Пахнет спиртом. Также пахнет эта штука, которую нужно брызгать. Другого пахнет, смотри. Ага, молодец, отлично. А мне, короче... Вот это пахнет спиртом, понюхай. Вот это прям сильно пахнет спиртом. Да. А, так вот, рассказываю, короче, с Арин. У меня диета, потому что у меня сзади на волосах вот здесь вот есть раздражение, шелушиться.
И, короче, мне нужно пить таблетки, мазать там, мыть специальным шампунем и брызгать специальным лосьоном. Ну, вот это в розетку. Итак, начинается квест, куда же развить нам шарик. Я, кстати, думала между шариками. Я подумала, что там кто-то еще с таким же шариком, а кого же это зеркало. Да, я тоже сначала не поняла, это зеркало целиком. С той стороны тоже. А еще здесь французские, кстати, вот эти вот плакаты. Это как мы подумали с родителями, это... Это для тебя! Спасибо! Ну, тут не дадут, конечно. Не, ну вы можете попытаться. Ну, вы можете попытаться, да. Тихо. С днем рождения! Спасибо. Ой, спасибо большое. Это тебе от меня. Спасибо. О, все. Молодец. Смогла задуть. Арина вспомнила, что вот это означает «мне понравилось». Поэтому я тоже положила вот так. Ой. Знак того, что ой, мне понравилось. У нас 4 часа еще до кино. Поэтому сейчас пойдем погуляем. Растрясем то, что мы установили. Без понятия, если честно. Пока я красивая. Все, мы вышли на улицу. Это довольно прохладно, поэтому я не знаю, как мы собираемся гулять. Наши 4 часа до кино. Так что в итоге Сэм? Я не знаю, я ему написала, он не прочитал еще. И что Сэм, это брат Арины. И он написал, ну, Арина написала ему, что мы идем в кино, типа. И он ей ответил, что... Почему, типа, его... И вот мы сейчас, короче, пока что пойдем потихонечку куда-нибудь. И потом в кино. Станем в очередь. Ну, как-то. Привяжу к столу. Света, сейчас мы в перекрестке купить, чтобы нам перекусить в кино. Ну, потому что я думаю, что я попкорн не буду. И сейчас купить. Я взяла себе. Арина взяла себе воду вместо сока. И тоже огушу. И взяли трубочки. Мы хотели купить трубочки. Зашли в Леонардо. Кстати, вот эти такие. Давай покажем. Ну, беги, трубочки мы купим. Ты еще покажешь? Почему твоя сердечко, а моя звездочкой? Не знаю. Я думала, вообще нужно будет наоборот, потому что как бы розовое, как бы ближе к красному. Не знаю. Ну, как-то согнутый, видишь. Именно поэтому я всегда хотела их купить. Шарик, здравствуйте. Не знаю, так, а как мы будем пить, если ты... А, ну мы можем там воду, да? Я могу агушу купить. Пить агушу. Не, ну а чё? Тут немножко музыка играет, поэтому мы приехали. Пришли. Так, показывайся. Я и зонтик. Это тату. А, это тату. Это все наши вещи. На, свою звездочку. Так ты мне достань. Вот так. Пошли. Пошли. Спокойно не спуститься с этими котами и собаками. Постоянно останавливаются и под ноги лезут. Ну что, это как там блинчики? Жарится. О, какая красота. Блинчики. Что, кота, наверное, покормить, да? Ну да. И видео монтировать. Дожаривается у нас последний блинчик тут. Ну, как у нас. Мама с Сашей. Саша сейчас помогала маме последний два блинчика жарить. И я уже приготовила, ну, вообще я думаю, почему что-то не так, мама сказала, типа, делай макалочки, а макалочки это макаешь, блин, туда, то есть это сметана у нас с вареньем, а я сделала наполнитель, то есть творог, который мы кладем в блин, и думаю, чего не так,
Ну, в общем, сделала, что сделала. Ну, кстати, да. Я сегодня прошла 10,5 шагов. Показано. А здесь Лукас, да, здесь Морис. И все, сейчас будем ужинать. Приятного нам аппетита. И сразу всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До завтра.